На территории региона почти 2000 водоемов, и только на 59 из них оборудованы места для купания. Но, как говорят в МЧС, в жаркие дни берега практически всех озер, прудов и рек были заполнены купающимися. Трагедии произошли именно там, где зона отдыха не была оборудована. Это Заклязьминский водоем, Кольчугинские карьеры и ряд прудов в небольших населенных пунктах. Каждая из четырех спасательных операций продолжалась примерно в течение суток. А вот женщину, утонувшую в озере в Визняковском районе, не нашли до сих пор. Поисковые работы ведутся силами местной спасательной станции и пожарно-спасательного гарнизона. Это находится в заречной зоне, на границе с областью, там, с Ивановской областью. Это населенный пункт Санхар. Вот, поэтому вот эта удаленность, она осложняет, конечно, проведение работ. И глубина также большая. Вот. И самое то, что место гибели, это середина этого водоема. Всего с начала года в регионе на водоемах погибли 10 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на одного больше. Но, к счастью, в этом году не зафиксировано ни одного случая детской гибели. А в прошлом году на этот период уже утонули 5 несовершеннолетних. В региональном главке МЧС предостерегают, в ближайшие выходные также будут жаркими. Населению рекомендуется соблюдать правила безопасности на воде.